Здравствуйте, уважаемые зрители! Буквально вчера появилась информация о том, что в отношении дочерней компании КТЖ под названием КТЖ «Грузовые перевозки» началось расследование по признакам злоупотребления монопольным положением. На рынке железнодорожных грузовых перевозок эта компания занимает доминирующее положение 95%, и практически вся эта сфера принадлежит одной компании. А я напомню, что услуги по перевозке грузов были переданы в конкурентную среду в 2004 году, но за эти 18 лет конкуренции так и не сложилось. Все прибыльные направления, участки и сферы заняты, прочно заняты дочерними компаниями больших государственных корпораций, то есть монополистов. И такое положение дел везде, абсолютно везде. Возьмите любую сферу, и во всех случаях балом правят именно монополии. КТЖ, Казахтелеком, сельское хозяйство, дороги, свет, вода, нефть, газ и даже самолеты. В последнее время у нас очень много говорят о монополиях. Месяц назад президент страны заявил, что мы должны избавиться от монополий в экономике и политике. О политике сегодня я говорить не буду, хотя в нашей стране, мне кажется, все связано с политикой. Даже крупные государственные компании-монополисты и те принадлежат отдельным политическим деятелям. Они, по сути, срослись, и уже не поймешь, это частная или национальная компания, и вообще, куда идет прибыль, в госбюджет или в чей-то карман. Получились так называемые олигополии, но об этом как-нибудь в следующий раз. Так вот, после заявления президента в этом направлении начались какие-то изменения. Создали комиссию по демонополизации экономики, были проведены аресты некоторых личностей, что контролировали некоторые национальные компании, и вот начались проверки монополистов. Это все хорошо, конечно, но вот меня терзают смутные сомнения, как бы все это не превратилось в разовую акцию, когда сейчас все засуетятся, все эти нацкомпании снизят цены на некоторое время, а когда все уляжется, успокоится, цены снова поднимутся. У нас все это было не раз, мы все это уже проходили, к сожалению. Знаете, я всегда был против любой монополии. Есть простой экономический закон. Двигателем торговли является конкуренция. Именно конкурентная среда является локомотивом экономики любой страны. Низкие цены, высокий сервис, хорошее качество и многое другое дает именно конкуренция. У нас же сложилась монопольная экономическая система. Возьмите любую отрасль, любую сферу, и вы там увидите сплошь монополистов. Я не буду перечислять эти большие компании у всех на слуху, их знают все. Они диктуют условия, навязывают и все время поднимают цены и совершенно не считаются с мнением народа или частного бизнеса. И при этом все они сидят на дотации государства. И при этом все эти нацкомпании, большинство из них, убыточные. Как так? Занимая монопольное положение на рынке, получая деньги из госбюджета и при этом тонуть в долгах, это какой-то нонсенс. Хотя пример КТЖ говорит о том, что в этом мире, вернее в нашей стране, возможно все. И в завершении вот о чем. Во всем мире самые эффективные компании – это малые и средние. Именно малый и средний бизнес способен быстро подстроиться под конъюнктуру рынка, под спрос населения, под меняющиеся условия. Именно частники способны вытащить экономику из любых кризисов. Только дайте им возможность и не мешайте. В развитых странах основную долю ВВП формируют именно малые частные компании. У нас же все наоборот. Все отдано в руки монополии, которые играют в бизнес. И получается, что все мы невольные игроки в монополию.